Третья часть нашего марлезонского балета. Может, тетик все-таки уберешь? Нет. Талисман ты твой. Губы не жирные после пельменей. Просто жирный весь. Подбородок почему-то блестит. Соус. Пельменный. Это не пельмени были, а баньбау. 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 Начинаем. У нас третья смена пошла. Что это? Как будто детка... А это что? Туалет. У соседей. Нет, там цветы. Как... А что, нет туалета? Нет. Только у тебя есть? Хватит! Козырные, что ли? А куда они писать ходят? Ты про это видео хочешь снимать? Интересно же. Салон, наверное, какой-то. В салоне-то канализация есть? Ну, наверное, да. Но это не твой, там никого нет. Ну, не знаю, может быть, это кондиционер у кого-то такой громкий. Начинает? Ну, давай, про это мы уже поговорили, про то проговорили. Всем огромный привет, меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале. А я рада приветствовать вас в гостиной салона Бутика навсегда. Меня зовут Анжела, и я порхманьяк. И по совместительству... Продавец-консультант. Консультант. В бутике навсегда. В бутике навсегда. Погнали? Давай. Не знаю, зачем вам это видео, не знаю, зачем вам эта информация. Бренд новый, бренд 2024 года. Он называется Ричард Дебор. У меня в телеграм-канале уже было полное описание трех ароматов. Кто успел, тот и съел. Я там, как говорится, высказался, но не все меня читают. Кстати, подпишитесь, вам не сложно, мне приятно. Вот. Три аромата. Бренд из Объединенных Арабских Эмиратов. Не знаю, как он появился, про него очень мало информации. Единственное, что я знаю, что тот, кто придумал данный бренд, вся концепция какая? Про любовь в жарких странах, про курорты, про отдыхи, про томление в страстях, про горлые тела, про алкогольные напитки, про фрукты, про тропиканку. И, в общем, такой максимально курортный вайб. 100 мл с вас 19700. Надо ли оно вам? Не надо. Мое дело просто вам рассказать, что такое есть. Из трех работ мне понравилось безумно две. Третьего под вопросом. Одну я прям очень хочу. Это которая вот таких вот красивых. А руками. Ты не спойлери. Начинаем? Угу. Начнем с моего любимого, либо такой средней паршивости. И сам... По восходящей давай, да. По восходящей? Просто самый отвратительный аромат забьет нам нос, и мы больше ничего с тобой не почувствуем. Да, да, да. Давай вот средней паршивости. А самый хороший я ставлю на второй. Зачем спрашивает? Не знаю, для вида. Как будто это что-то поменяет. Вот. Выбор еще без выбора. Кто-то говорит про абьюз. Выбор без выбора. В общем, если захотите погуглить, вы всю эту информацию, естественно, найдете на просторах сетей магазинов. На просторах сети интернет, а эти ароматы вы найдете на просторах магазина парфюмерии косметики rendezvous.ru. Если бы ты не сделал акцент на том, что ты заговорился, никто бы ничего не заметил. Промокод внизу в описании. Погнали. Духи некуда складывать, а все хочется. Там еще будешь... и тут дают. Да ты что? Кайф. В магазине и в бутике навсегда. Ричард Дебо. Композиция под названием «Амнезия». Ну. Название нравится. На пляж, и забыться. Шуры-муры, растопыры, и на утро, а на утро амнезия. Да, а что? Ой, я хочу, да, послушать, что это такое. Алло. Где моя подушечка? Подушку надо забрать. Ну, там столько вещей, забирать и забирать. Люди не понимают про что-то. Неважно. Амнезия. Почему не понимают? Понимают. Миндаль? Какой-то алкоголь? А ты не... Амарет? Серно читала, да, мой пост? Мне некогда было в связи с переездом. И в посте я написал, что это Le Petit Robe Noir от Guerlain, которая всего добилась сама, и она повзрослела. И немножечко сменила амплуа, репутацию, и стала выглядеть и пахнуть немножечко иначе. Дороже? Современнее. Ты правильно сказала, здесь есть... Ну, цианидность какая-то. Цианидность. Косточки. Но на коже, чего нет на блоттере, появляется большое количество пудры, гелиотропина. Такой, знаешь, манкой телесности. То есть для меня эта композиция хит всех распивочных. Для меня это не манка, меня это не манит. Меня не манит. Ну, ты любишь трупы в реке Ганг.
копчение, соление и ветивера. Ну, ты не целевая аудитория данного аромата. Давай начнем с этого. Нюхай. Ну, коммерческий. Я не дотянусь, и мы будем сказать... Ой, правда, пудра. Вот это вот. На Г. На букву Г. Пудра на букву Г. Гелиотропин. Да. Очень много. То есть, по сути, можно в голове представить, что это что-то похожее на вишню Тома Форда, Лос Черри, но это другое. С натяжкой такой. Для меня вот это вот как раз-таки Le Petit Rock Noir. Потому что она раньше была такая, она не пахла, композиция, вот это вот маленькое черное платье, как такого вишней. Оно пахло акцентом, намеком. И скорее оно пахло даже вишневым цветом, чем... А здесь разбавили и засыпали этой пудрой. Да. Но это на каждый день. Но она плотная. Женская. Она громкая, она шлейфовая, она относительно стойкая. С себя я ее слышал, ну, часов 6. Про взрослеть ты правильно сказал, взрослый аромат. Для женщины. Ходить на работу. Он такой, вроде, вот он сделан по канонам всех популярных вений, но вот в него добавили возраста. Вот я это так себе ощущаю. Согласна. И причем я должна была вроде как уносить блоттер от носа, а мне нормально. Такого, конечно же, миллион. Да. А такого полно в других сегментах, но в этом что-то есть. Maybe, baby. Ну, поэтому я сказал, не что... Не за эти деньги. Мы с тобой не целевая аудитория просто этих ароматов. Это вот для тех, кому нужно вкусненько, на каждый стойко, день. На каждый день, громко, какую-то новиночку. Вот на говорю, волосы хорошо будет, он такой, ну, на волосы hair, нанести. Hair. И вот, да. Hair wipe. Да. Хит всех распивочных. Согласна. В нем вроде что-то свое, а вроде то, что уже есть на рынке. Ну, просто. Шкала шакальности. Вот абстрагируюсь от своих личных ощущений. Я ему честно поставлю вот 7. Вот прям 7. Но не за эти деньги. Тот человек, который пользуется такими ароматами... Первый, не знает про этот аромат. Его бренд. Не купить. Да. Во-вторых, цена. В-третьих, когда хотят флакон такой с женским ароматом, то подразумевается и форм-фактор флакона, не меня. Да, какой-то вот женский флакон. А это стабилируемый прозрачный флакон. Будет тут. Да, как-то вот, я не понимаю, для кого это дотронулось случайно. Слушай, про пудру, да. Прям, и знаете еще, что она похожа? Как будто эта пудра, ты ее осязаешь. То есть она насыпана была на каком-то кондитерском изделии, и прям вот ты вот так сделал, и она вот вокруг вот так вот. Как будто ты пуховкой пользовался, и оно вот каким-то облаком. Дальше. Ну, неплохо. Нет. Проблема таких брендов, я не понимаю... Для чего? Как вы вообще выходите на рынок с бухты-барахты, и ваши флаконы стоят 20 тысяч рублей? У меня очень много вопросов. Ладно. Вторая композиция, которая сидит у меня в сердце, в душе, но мне будет на нее жалко денег. Объективно. Даже твоих? Ну, в смысле? Даже не моих. Ты оговорилась. Даже не моих. Ну. Honey Hype. Я за эти деньги лучше куплю какой-нибудь проверенный временем Амош. Ну, объективно. Honey Hype. Это вот когда уже деньги не то что ляжку жгут, они ее прожгли. Вот просто уже... Сморкаешься ими. Вот тогда... Тогда вон то надо вот покупать. Ну, нет. Ну, нет. Но на коже тогда говорил, что это лучшее маракуйя в твоей жизни, что это похоже на палп, что это что-то вау, такое надо, но очень у тебя такого полно. У кого? У меня? У меня. У тебя под такого полно. Это праздник во флаконе. Сносит все вот этим вот... Понимаете? Это вот концентрат маракуёвый. Концентрат праздника в флаконе. Помимо маракуйи здесь, вот какие ананас. Фрукты не назови, оно все будет здесь. И гранатовая коробкость, вот эта вот терпкость есть. И какие-то, не знаю, ананасы, и манго, и смородины, я не знаю, инжиры. Вот просто вот максимальный тропический микс. Вот так, возможно, вот чтобы вы понимали, пахнет, когда вы обоняете пустую упаковку из сока мультифрукт. Нет. Нет, ненавижу мультифрукт. Нет. Это другое. Там прям химия. Маракуйя. И здесь не химозный маракуйя. Не йогурт манго-маракуйя. Нет. Здесь... Почему пропал речь была в прошлый раз у нас, что
по настроению и поставить, кому это может понравиться. Тому, у кого есть палп, может это понравиться, потому что это не про палп, это про маракую и немножко забродило еще. Но это старт. И пройдет, и потом будет вино уже такое, фруктовое. Но это старт. Да, это старт. Через час на коже появляется мед и появляется цветочность. Там какая-то вот роза пионистая такая, вот сейчас вот модная тема вот эта вот, роза личипион, что-то такое вот. Но час вы просто звезда данного пляжа. Точно. Офигенно. Как будто... Цену будет не 19, а 9. Как будто обливали. Вот а я что, прощаюсь, была... я его не знаю. Не, знаешь. Я его здесь не работаю. Ты уже, считай, работаешь целый день сегодня. В общем, вечеринка пьяная, когда вот бывает пенная вечеринка, а это уже и выпили, и уже облились и в этом коктейле, и уже весь такой липкий. Я бы поставила, я не отказываюсь от своих слов от прошлый раз, то, что я говорила. Понравится тем, кому нравится кактус и кому нравится палп, но это про другие тропические фрукты. Вот. И они немножко, да, вот, забродили. Старт мне не нравится, а потом не нравится. Старт он прям такой фух, и меня выносит. А вот потом, я же в тот раз ушла в нем, и мне он нравился. Тебя и про тебя. Он мне нравится. А мне он нравился с самого начала. И поэтому это хорошо. Даже за эти деньги? Нет. Но он яркий, интересный. По яркости еще можно поставить, я не знаю. За эти деньги я бы, скорее всего, купил Синодия от бренда Элла Мацона и к нему просто прикупил кактус от History. Парфамс. А знаешь, что можно Синодия смешать с... Анжелин Парфам, или как они называются, которые... Лучше с эскадой. Можно, да. Но там же... Что ты меня сбил? Да не важно, говори, какой... что хочешь. Про маракую у тебя, Анжелин, был в обзоре. Вот там же маракуя была с коноплей. Или красные апельсины. Но там тоже маракуйная часть была. Если смешать... Это вам. Кому вам? Тебе и Свете. Если уж мы про это. Да. Мне вообще не про маракуйю. Если смешать... Ты мне говоришь, что она похожа на оранж росса. Да. Синодия... Люди не понимают, про что мы с тобой говорим, что мы спорим. Синодия смешать про... Посмотрите ролики Николая, у него был обзор марки Анжелин, у него есть флакон красный апельсин. Да я там банить устала этих придурочных, да? Которые... Вот. Если смешать, будет как раз вот это. Но я не люблю смешивать. Как это называется по-грамотному? Линди какой-то там. Нет, какое-то другое слово. Мы сейчас будем дольше по времени вспоминать это слово. Короче, я поставлю 9. Мне не нравится цена. Делайте 10. Да. Я подумаю. Но познакомиться... Познакомиться, да. Сэмпл, да. Сэмплов, да. Первые два точно. А теперь мы будем страдать. Потому что у нас... Fruity Madness. Фрути Мэдд. Пожалуйста, не бейся. О, скорая приехала. Это уже это. Скажу так. Я спокоен камбродервесным материалом. Да, от них никуда не деться. Их используют все бренды. Старт ужасный. Отвратительный. Даже я со своей... Чувствуешь? Шмандит. Так... Что просто... А зачем? Надо было один блоттер нанести, а не два. Уходим. Это газовая атака. Я не шучу. Это мегамары. Это да. Здесь очень много амброцинида. Его перебор. Я не знаю зачем. Но я ждал. Я дождался. Потом красиво. Приход был какой-то. Да, церковный. Дева Мария. Подожди. Вот сейчас. Сколько? Ну, минутку хотя бы. Он усядется. На коже дольше. У меня нос потек. Я не понимаю цель, у меня нос потек. Чтобы забить рецепторы человеку и потом что-то прочувствовать после вот этого вот. Но это не парфюмер. Тебя никто не спрашивает. Ну да. Ты либо платишь рублем, либо. Как Филипп Киркоров бы сказал, розовая кофточка. Можно. А у нас розовая женщина. Он смягчился. Вот он уже смягчился. Чувствуешь, он стал более-менее приятный.
Но такого миллиард. Тут история про ягоды, тут история про фрукты и, что самое главное, про разгоряченный песок на пляже. Эта композиция должна рассказывать про ягоды, которые выбросили на раскаленный... У меня голова закружилась. Песок. Песок. Страдаем ради вас. Но по сути, это переработка Тициана Теренца Кирке. Это переработка Эрба Пура от бренда Серджер, Замарати, Соспиро, как вы его не называете. Если бы убрать вот эту всю верхушку, которая сносит волной, может быть, это и нормально. Так какой-то у немного... автора была задумка песок показать. Ну, песок, по-моему... Горячий воздух, понимаешь? Вот именно, ну, это вот так. Тогда вот... можно было утюги взять, или можно было взять Альдамбр. Какие-то... Дороже, чем вам подценить, на хорошее. Нельзя. Мы укладываемся в бриф. Все, вот он сейчас стал легче. Но это не говорит о том, что он стал носибельный. Но это легче вот... относительно себя он стал, а так он вообще не про легче. Но это вот для тех, кто, кому надо... Орать. Орать. Чтобы из вагона все вышли, ты ехал в вагоне. Чтобы ты заплатила 20 тысяч, и парфюм с тобой был 100 лет. Всю жизнь. Когда люди говорят, что они боятся, я боюсь, да, то есть, но есть ароматы, в которых эти ноты есть, но они не сносят так в наш любимый музе у Кристиана Кавани. Кто-то... Музе? Музе Кристиана Кавани. Говорят, что там... Муза. В музе. В музе, я так всё, и сказала, лишь бы прицепиться. Всё. То роскошество. А... У меня потек нос, простите, пожалуйста. То есть там это вообще можно сказать, что нету, а это же просто нереально. Концентрат амброцинида в старте. И оно остается неносибельным, оно неестественное, оно не настоящее, оно не про красивое. Не знаю, где тут фрукты какие-то рассыпаны. Это не песок. Вот. Ну, не, нет, не пот. Не тот амбра, не те амбра, амбровые материалы, которые потом пахнут. Нет, вот в метро я сегодня ехала, глаза слезились. Это не то. Здесь газовая атака, здесь горло перехватывает. Там глаза слезятся, а здесь горло. Ужас. Это не парфюмерия. Я поставлю просто 5. Я нисколько не поставлю. Зачем цена, неизвестный бренд? Не понимаю, зачем это делают. Ты понимаешь, почему он третий? Понимаю. Быстренько. Здесь вот все забилось, все эти метры и все эти ароматы, которые сегодня мы наносили на гостей, все забилось. Первый аромат Амнезия, ну он хороший. Пудра. Ну не пудра косметическая, а пудра, как ты сказал, да, на букву Г. Гелиотропин. Такой вот. Чтобы было. Чтобы было. Чтобы пахло. У меня новые духи, дорогие, вы их нигде не найдете, есть только у меня, у моей распивщицы, допустим, которая занимается распивом и, например, закупается на рандеву, а еще с моим промокодом. Дай бог тебе здоровья, моя хорошая. А я не знаю, где у меня. Honey Hype. Ну, сок брызжет, как коктейль. Коктейль. Такой вот тропический. И все туда бухнули. Почему я его хочу? Ну... Потому что он яркий, как ты. Тебе он подходит. Мне, допустим, такой не подойдет. Я такие яркие не выношу. Это хорошо. Ну, хорошо. Я скажу сейчас странную вещь по яркости куда. Это не потому, что похоже, а вот по яркости и по выносу в окно Регалин вот этот ветивер, по мощи вот да. этой вот, это вот туда. Но это фрукты. Еще раз. Кому... нужен максимально фруктовый, натурально звучащий аромат. Яркий. Не компот, да. не десерт, не переваренное что-то, не похоже идентично натуральному какой-то порошковый, а вот именно то, как пахнет фрукт на самом деле. Ну, я говорю, когда ты уже вот весь липкий в этих фруктах. Да. Класс. Вот бывает, что давят ногами там вот виноград, когда делают вино, а это вот фрукты в чан куда-то бросили, и в них там какая-то вечеринка проходит в этом вот и в этой емкости. Я понимаю, почему ты хочешь его. Он сразу забивает все три мои главные парфюмерные стези. Громко, стойко, угу. дорого,
Ну, чего уж я буду вам греха таить? Я люблю все дорогое. Ну и дешевое тоже, конечно, а еще если бесплатно. Нет, не вообще... дешевое, а выгодное, правильно выгодное, сказать. Да, вот. Не, даже не, не, именно выгодное. И необычное. Я просто такого не встречал, ты понимаешь? По яркости. По фруктов яркости много, но они все то ли детские, то ли какие-то несерьезные, как вот у эскады. Да, то ли мимолетные. Сказать. Да. А это... Концентрат в концентратище. Угу. Не мультифрут, ни капельки вообще. Ну, я просто, чтобы у людей в головах картинка была. Вот. Ну что, Fruity Madness? Ну тут нельзя сказать, берем мальчики и девочки, вот в чем дело. Дорого, пипец как. Вот, попробуйте сперва. Тут сэмпл стоит 700 рублей. Дорогая жизнь. Да ладно? Угу. Ну, я когда заказывал, стоило 700 со скидкой. Подожди, сэмпл амуажа стоили 450 недавно. Сейчас сэмпл амуажа, моя хорошая, стоит 1700. Да ладно? Да. Не люблю, когда меня называют моя хорошая. Моя нехорошая. Давай закругляться. Fruity Madness. Домой хочется. Как будто я тебя тут держу. Встала и иди. Ну и все. Ну и пока. Ну и пока. От меня научилась, да? Да. Я хорошая ученица. Знак буквы Г кончается на... Не на одном такое. Все. Первые два окей. Первый прям хитро спил, обещаю. Ну, именно да, для этого, не для себя. Не для себя, потому что такого все равно много вы найдете. В более бюджетном сегменте. А вот те, кто занимается бизнесом, бизнес-вумен. Как они это будут пиарить? Все равно у распивщицы больше то, что на слуху. А это... О, я знаю таких распивщиков, которые достают прям какую-то неведомую хрень. Продают за 300 миллионов. А там какой-то в подвале где-то в Италии налили никому не нужное, ненадное. Господи. А я хочу грибы. Honey Hype. Огонь. Огонище. Все. Любите себя, берегите себя, если попробуете эти ароматы. Что вряд ли, мне кажется. Ну, а вдруг? Ну, просто тебя послушают и сделают выводы, и все. Такая ты язва. Пока. До хруста. Безе. С вами был я, Николай, и Анжела. Пока-пока. Пока-пока. А что он не пум-пум? Мы чокнулись под конец, и сейчас начинается ASMR. Просто я-то здесь не работаю, а к тебе будут люди. Что? Тебе пофиг? Не то чтобы пофиг. Мы просто устали уже. Все. Доброй ночи, утро, дня, вечера. Пока. Пока. Опять что-то гудит. Гудит и гудит. Круши. Не, не круши. А я пшикнусь мажануаром.